Окей, okay. What is your Portuguese in час 30, да? Okay, so now our first topic is the equal triangles. It's done. And we have another one, so maybe we have some time for the third one. So the next is the name which you want to learn is, it's in English. In Russian it's равномерный. Равномерный треугольник, which means that two sides of a triangle are equal. And this side is called основание. But there's a problem which I don't know how it's in English. Как будет равномерный треугольник? You have a search experiment, how to say it correct. But anyway, this means that let's look what are the main things. First, say that two angles near the base are equal. So, в равномерном треугольнике углы при основании равны. Этот угол равен. And we already have seen this explanation. We just rotated. So this angle goes into itself and the sides are the same, so they go to exactly the same point. And so the rotation just makes the triangle the same. Почему углы при основании равны? Давайте мы представим, что он вырезан из бумаги. Мы его повернем так, чтобы он наложился вот этот угол на себя, но наоборот. Тогда эта сторона пойдет сюда и сюда. Значит, они одинаковые, значит, кончатся они в том же самом месте. И, соответственно, треугольник совместится сам с собой, а углы тоже совместятся друг с другом. Значит, они равны. And there is a language. Which is called unnecessary and sufficient conditions. Необходимые и достаточные условия. So let's say this is one statement, and another statement is in the other direction. If the angles are equal, then sides are also equal. То есть для того, чтобы проверить, что треугольник равномерный, нам достаточно проверить равенство углов. Значит, это такая давай. Значит, равенство углов достаточное условие. Здесь говорят, что sufficient. Равенство сторон. Значит, если треугольник равномерный, то углы равны. Что-то говорят, что равенство углов необходимо. Почему, если углы равны, почему треугольник равномерный? How can you explain that if the angles are the same, that the sides are the same? Как объяснить, почему равенство углов следует равенство сторон? Представьте, что мы знаем, что эта сторона, значит, сторона и углы равны. Почему равны стороны? Что надо сделать? Давайте мы просто треугольник повернем и наложим его вот так, чтобы С попала на А, А попала на С. Сложить его пополам. Это дело сложное, из бумаги лучше его, потому что там надо линию соединения рисовать. Давайте просто повернем целиком, просто как молот он вырезан из. Так, и прямо целиком эту штучку вынем, положим на. Тогда С наложится на А, наложится на С, естественно. Теперь.
поскольку эти углы равны, то линии эти пойдут туда же, как они пришли. И раз они пойдут туда же, то они пересекутся в том же самом месте. И, соответственно, треугольник наложится только просто на себя наложится, но перевернут. Получится, что это сторона равная. То есть это вот такое есть. Достаточно проверить, что два угла равны, и тогда мы знаем, что.